Региональное отделение партии «Единая Россия» сегодня принимало в гостях орловских ученых, чтобы наградить выдающиеся умы почетными грамотами. Награждение было приурочено к минувшему Дню российской науки. Впрочем, программа мероприятия подразумевала еще одно торжественное событие. Отделение партии подписало соглашение о сотрудничестве с орловским же отделением общественной организации «Всероссийское педагогическое собрание». Кроме того, состоялось обсуждение хода реализации проекта «Единой России» по модернизации российского образования. Он стартовал в 2011 году. Впрочем, процессы по обновлению образования, предусмотренные партийным проектом, все еще в развитии. Определены задачи на 2016 год, и это в том числе многие конференции и круглые столы, на которых чиновники и партийцы намерены обсуждать с учеными и педагогами проблемы современного образования и пути его совершенствования. Ну, как бы мы ни говорили, что у нас тяжелый бюджет, но вместе с тем денежные средства заложены для того, чтобы мы делали и реконструкцию, и в том числе строительство новых школ, и обеспечили местами наших детей, чтобы они обучались в одну смену.